I don't know. I mean, the last half a year he was studying to for his final exams in his university, and he passed them just lately. And yet he arrived at showing a very good skilled play, already at top six. So we will see. Да, эти игроки уже встречались в плей-оффе. И 2С именно тот, кто скинул Рау Велузера. Сейчас это отличная возможность отомстить. Рау отлично прессит, заряжает монетку, промахивается, но не дает этому себя огорчить. Заряжает опять вторульку, налетает. Пока что совершенно безнаказанно налетает, убивает пса башмаком. Два панча не подпускает, комба. Отлично знает, где вынужден. Ой, трейды. Опять налет, опять мистфайнер первого. Как вот Ази мастер 5 кика в углу, так равен мастер первых мистфайнеров. Очень любит ими пользоваться. Что вся игра чистый нейтрал, и вот наконец-то удается вот. Равен загнать 2С в угол. Ну, нейтрал нейтралом, а 2С почти мертв. Да, да, да. И башмаком в лицо за свой теншн получать. Просто подбежал и... Нет, блока не будет. Блока не будет. Как желтый сосок сейчас лежал, это мина. Столь же бесполезная. Ой, 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 не заметил контрхит, сконфермил обычной комбой. Ой, ой, боже, что это? Shadow Gallery, бросочек. Какой-то очень странный, но крутой сетап от 2S был сейчас. 2S решил не бурстить. Там за 2S удобно в чатике. Это был 2S. Хайп. С транслитом пишут 2S. 2S, 2S. Ну ладно, вернемся к игре давай. Hyper K. Отличный прессинг теперь уже от 2S. Раф перехватывает. Два досты, 6 кики. Улетел за спину сейчас Зата. За УРЦ продолжение. 6 панч хороший, сверло. Под коленку. О, хорошо, репресс. Что-то Рава просто не заблочил. Ох, как его бросили за блиц-чардж. Нет, он просто что-то встал и просто не заблочил лоу. Бывает, он, наверное, что-то прожал слишком рано, и поэтому на момент вейкапа просто был без инпута вообще. Жалко, что монеты в собаку не заряжают. Пытается разнатерить, но не получается пока. Подзарядился. Второй мистфайнер. Или третий даже. Третий. Ой! Раф с ружьем. Дальний слэш. Ой, пропустил, да как? Наконец-то пропустил. Бурстбейт был сейчас. Да. 2С не будет. 3D. 2S опять вспомнил, что он король воздушных просочков. Равен кормит собаку соплями просто по кулдауну. Видимо, он их замешивает с арахисовым маслом. Прекрасно, просто отменную игру в дефенсе показывает 2С. Прогрет. Ой, ой! Наконец-то попал. Больно будет. Бурсейф комбо, конечно. Бау. Туман сетап. И сетап, сетап на блок. Ой, какой бурс, какой бурс. Так нельзя. Это не знание, это не знание. Там бурсить, конечно же, нельзя. Пока хорошо смотрится Раф. Справился он со вчерашними своими бедами в этом матчапе. 6 кик перебивают. 2 слэша в прессинге. Прессинг неплох, но... А, отлично. Но, к сожалению, бросок после, этого угла, броска, да. После этого броска, да. А2С сам выкинул от Джонни из угла и вернул игру в нейтрал. Ну, я думаю, тут сказывается просто привычка бросать всегда, допустим, назад в воздухе. Без как бы учета ситуации. А это далеко не всегда полезно, иногда надо вперед бросать. Да. Следите за этим. 6 кик наказывается. Хорошо. Пихнул как первый уровень мистфайнера. Хорошо залетел. Хороший деф от Равы. Ой, выпрыг. Он выпрыг поконтрил Ноберу. То есть он сделал одновременно командник и Ноберу. Это вообще что-то... Да, но из-за того, что он вифл командник, он Ноберу ничем продолжить не смог. То есть да, так. Да. Прикрылся немножечко. И сейчас блиц наказан командником, да. Хороший раунд для 2С. Надо Раве подсобраться. Очень. Ой, 6 кикет. Очень потно. Ой, джамп ХС прошел. Третий уровень. Ой, был, наверное, рит тяжелый и твердый рит. Отличный конферм. Рассек просто на беру. О, поехали. Хорошо, как хорошо зашло. И дроп был. Ломает закон сейчас 2С.
И лицо Равина тоже немножко подрихтовал. Да, загнан Равин в угол сейчас. Комфортно выходит оттуда, да, как да, из автобуса. Но только на выходе контролер его немножко почокал. Пень-пень-пень. Понь-понь-понь. Нокдаун. Еще один сопель. О! Отлично, отлично просто. Бурста не дождался, но тех-трэп. Тех-трэп просто на уровне. Грамотно сделал, что сохранил буст, конечно. Тут же пригодился ему этот бурст. Очень дешево отделывается Равин для выхода из угла. Монета заряжена. Пошел прессинг. Ох, не угадал он 6 панчом. 2 хс тоже мимо. Но. О, убита собака, убита. Ох, попал, как попала монетка в пяточку. И, блин, задропано. Третий уровень. Бам-бам, поехали. ПРЦ, бурст. Не позволяет перехватывать инициативу. То есть ПРЦ, бурст, все пойдет в ход. Даже Дев пойдет в ход. Охрана встал. И опять Shadow Gunner прямо в Blitz Shield. Но зато угол себе сохранил. Молодец. Комбы не было, но угол. Instant Block. Опять ситуация не в пользу 2S. Подсекан. 2S ждет просто под чего-то. Ох, 2 HS как прошло. Ой, бэкдэш нельзя. Это просто. Туманчик. Это все. Это уже считает просто как книгу. 2S надо срочно перестроить что-то в своей игре. То есть Рава использует туман не только для анблокаблов, но и просто заставляет оппонента шевелить булками, а в шевелении булками мистфайнеры входят в хит. Так, загоняет в угол, прессинг пошел. Каждый третий удар. Ой, ой! 6 хс и больно. Всего 4 удара. Но как же больно, как неплохо отдефал. Да, и отлично, даже не дал себя уронить. 6 хс контр. Ой, какой бурст, какой бурст! Просто все ужасно, реально. 2С, 2S надо... сыпется сейчас 2S просто. 2S срочно перестань сыпаться, соберись. Как зубы алкоголика он сейчас осыпается, так нельзя. Еще уравенный и бурст, просто всем прочим. Включил какое-то уже там 10-е дыхание просто. И показывает что-то невероятное. Так, командничек. Вот уже началось что-то интересное. Бэкдэш. Видимо, 2С все-таки подсобрался. Ой, бэкдэш в командник. Ружье. Второй раз не дали. 2 хс прессинг. Тяжело за зад. Ой! 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 Ох, не вышел супер сейчас 6 хс-а. Главное не раз... как сказать, не солиться. Джамп хс. Решение было хорошее. Ой! Давай! Давай! Это Дизи и Равин 3-0. Просто отомстил по полной 2S за то, что тот скинул его в лузера. И Равин уверенно идет дальше. Поздравляем 2S с пятым местом.